Каждого жителя региона попытаются защитить с помощью 5 килограммов ламп, проводов, микросхем и целого ряда других механизмов. Вот такие спецустройства, что установлены на каждом автомобиле патрульно-постовой службы полиции, теперь применяют в Иркутской области не только, чтобы оперативники быстрее добрались до места ЧП, но и для предотвращения преступлений. Таково требование Министерства внутренних дел России. С 1 января в профилактических целях каждый час водители спецмашин полиции, вневедомственной охраны и ГИБДД будут включать проблесковые маячки без сигнала сирены. При этом работать мигалка должна не меньше 10 минут подряд. Таким образом, полицейские обозначают свое присутствие. Идея – люди будут знать, куда обратиться в случае опасности, а также это должно оказать определенное психологическое воздействие на криминальные личности.